Тревожный пастырь пришел на улицы нашего славного города. Хотите ли вы, чтобы он угрожал вашим женам и дочерям? Защитите их! Защитите дорогу нашего! Действуйте! Не нравится мне это. Я его вижу! Нашла деньги. Забирай. Пойдет. Зал героев временно закрыт. По крайней мере, очередей не будет. Черт! Что-то не так? А, пустяки, я все починю. Надо, чтобы эта штука опять заработала. Я ненавижу их. Просто прихлопни ее. Нет, она ужалит. Элизабет. У меня есть идея получше. Я что ты делаешь? Разрыв. Твою мать. Что это? Это разрыв. В своей башне я все время их открывала. Что такое разрыв? Ну, это как... как окно. Окно в другой мир. Как правило, там нет ничего интересного. Полотенце другого цвета или чай вместо кофе. Но иногда, я вижу что-то потрясающее. И достаю это. Вот. Бог мой,
Может, у тебя там еще и дирижабль найдется? Это вряд ли. Но там есть... есть нечто... Нет! Закрывай. Я пытаюсь! Закрывай! Я не вполне уверен. Но все выглядело так, как будто нас решили побыстрее отправить на тот свет. Вдруг я помогу? Что бы там ни было, я справлюсь. Верь мне. Как хочешь, дело твое. Колени преклонил пророк, и Бог ему тотчас изрек. Эдем, парящий средь небес, славнейшим станет из чудес. Элизабет. Легкотня. Все. Букер, иди сюда. Подержи у себя. Лови. Четыре десятка лет я тянул солдатскую лямку. В каждой стране, где я побывал, стало меньше народу. Я никогда не питал ненависти к врагам. До сего дня. Комсток. Он сделал из моих сражений водевиль, а себя представил белым рыцарем. Я призвал его к ответу, а он сорвал с меня погоны. Этот человек никогда не видел настоящей войны, но увидит. Колумбию сберечь, наш Комсток обнажает меч. Ни варвары, ни дикари. Тут замок. Ладно. Прошу. Нажмите, чтобы подбросить врагов в воздух.
Зажмите и отпустите, чтобы создать ловушку гейзер. Проучим этого Корнелия Слейта. Вы все считаете его героем войны. Но позвольте кое-что в суке ложный. Молодцы, так его. Если подумать, в подобных передрягах эти твои разрывы не помешают. Надо, чтобы... Слейд? Знаю я этого парня. У него редкий талант наживать врагов. Пророк, кто этот шарлатан? То, что вы видели сегодня, только начало. Закари Камсток услышит нас. Его храмы сгорят, его золотые идолы расплавятся и ручьями потекут по улицам Колумбии. Сюда!
Нам дали наводку на тайник контрабандного оружия в баре «Старый бродяга». Оружие мы не нашли, но под полом оказалась солдатская форма времен войны. Непонятно, зачем ее спрятали, но... Кто здесь? Вы Слэй, это верно? Сэр, опустите оружие! Слышал, Комсток? Это звук, с которым умирает солдат. Звук, который тебе не знаком. Я жду тебя в зале героев. Докажи, что я ошибаюсь. Мистер Дэвид. Смотри, шифровка. Послание от Гласа Народа. Ну, младший взломщик, что там у нас? Не знаю. Где-то должна быть книга-ключ. Они отключили гондолу, которая ходила в зал героев. Может, это из-за Слейта? Думаю, мы попадем туда по аэротрассе. Только сначала придется снять с нее груз. Это будет так здорово! Ты случайно не видишь никаких боеприпасов? Они очень пригодятся, если станет жарко. Я попробую что-нибудь наскрести. Готово. Нашла деньги. Забирай. Пойдет. Тут что-то есть. А вот книга-ключ. Попробуйте новый шок жокей в зале героев. Ваше личное электричество ждет вас. Бог создает самых разных солдат, но второго такого, как Корнелий Слейт, нет. Мой отец поднимался с ним на Сан-Хуан, шел с боями через Пекин, и, как он сам бывало говаривал, по его приказу пошел бы хоть в ад. Сегодня на построении Слейт спросил, не дочь ли я сержанту Монро. Я ответила, так точно, сэр, а он сказал, твой отец всегда хотел сына. Надеюсь, у старого дурака хватило ума понять, как ему повезло.
Букер. На вид все просто. Сними шляпу перед глазом. Наверное, мы что-то не замечаем. Держи у себя. Вот, держи. Пойдет.